Приветствую вас на канале Готовим Дома, с вами я, Оксана Пашко. И сегодня мы будем готовить куриную грудку, очень вкусную, ароматную и сочную. Как ее приготовить, смотрите в этом видео. А для ее приготовления нам понадобится куриная грудка, приправа для курицы, черный молотый перец, соль, подсолнечное масло, и запекать ее мы будем в фольге. Если у вас нет фольги, это можно также сделать и в рукаве для запекания. Куриную грудку моем и высушиваем бумажным полотенцем. Высушенную грудку солим, перчим по вкусу, обсыпаем приправой для курицы. Наливаем на мясо 1-2 столовые ложки растительного масла. Растираем масло с приправами по куриной грудке. Накрываем мясо тарелкой и ставим мариноваться на 1 час в холодильник. Подготавливаем фольгу для запекания. Складываем ее в 2 слоя. Достаем замаринованную грудку из холодильника и выкладываем в центр фольги. Теперь ее нужно запечатать в фольге так, чтобы не вытекала жидкость. Для этого несколько раз заворачиваем фольгу сверху, а затем по бокам. Мясо в фольге кладем в огнеупорную форму. Куриную грудку выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 35-40 минут. Теперь испеченной грудке нужно дать подрумяниться. Для этого раскрываем фольгу и отправляем ее в духовку еще на 10-15 минут. В духовке ставим максимальную температуру, и если есть режим гриля, то переключаем на него. Как только грудка подрумянится, вынимаем ее из духовки и подаем на стол. Вот такая вкусная, сочная и очень ароматная получилась куриная грудка. Такую куриную грудку можно подавать вместе с гарниром, и можно также ее использовать в разных салатах. Это очень вкусно, всем рекомендую ее приготовить. И если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался, делитесь этим видео в соцсетях, и до скорой встречи в новых видео.